Я приглашаю на этот лед действующих чемпионов России Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И это ли не чемпионское катание? Какие все-таки у нас в России крутые спортивные пары. Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и их новая произвольная программа. Да, с этого сезона ребята тренируются в Москве, в Хрустальном. Но все равно они верны своей родине и представляют северную столицу, город Санкт-Петербург, который и я, конечно же, безумно люблю. Объявляется технический перерыв для подготовки льда. Ребят, это было феноменально. У меня даже нет слов. Что-то вы со мной такое сделали, что как бы до мурашек. Вот серьезно. Ну что, Саш, расскажи мне, что помогло тебе настроиться сегодня на такой прекрасный прокат? Ведь я знаю, что утром были проблемки на тренировках, на разминке. Мы зачем-то немножко протерли лед. Рассказывай, как настроилась? Ну, я специально лед подготовила, чтобы там было удобнее выезжать. А так вообще спасибо большое нашей новой команде, потому что они находят нужные слова, и это очень сильно помогает. Ну, а я от своего имени, наверное, скажу огромное спасибо вашей уже бывшей команде, штабному штабу Тамары Николаевны Москвиной, за этих прекрасных, обученных спортсменов. Саша, у меня к тебе вопрос. У тебя очень красивое платье. Где шила, в Москве или в Питере? Конечно, в Петербурге, у своей любимой портной, у Татьяны Волковой. Очень красиво, говорим ей за это спасибо. Ребята, и сейчас небольшой блиц. Сможете ли вы вот сразу же после произвольной программы, еще не справившись с дыханием, назвать всех тренеров вашей команды? Максим Троньков, Этери Георгиевна Тутберидзе, Даниил Дельфингаус, Сергей Дудаков, Павел Слюсаренко, Егор Закроев, Сергей Плишкин, Максим Болотин, Алексей Тихонов, конечно. Ого, какой большой тренерский штаб. Вы представляете? Штаб. И разве эти спортсмены могут кататься по-другому? Только так. И мы, конечно же, желаем в этом сезоне Саше и Диме, как и в прошлом, выходить, биться и выгрузать свой результат. Только так. По-другому в парном катании у нас не бывает. Таково соперничество. Такова бешеная конкуренция. Ребят, вы в надежных руках, так что дерзайте. Молодцы. Удачи в сезоне.